Три, два, один, поехали. Проверим запись. Запись идет. С вами Ружа Барыч. Вы находитесь на моем канале Мингу Фитнес. И вечерами я начинаю стримить небольшие часовые свои геймсы, можно так сказать. Тем, кому за 30 милости просим, играю я во все то, что будет выходить новое, и потихонечку буду проходить и делиться этим с вами. Сейчас я хочу поиграть в Ведьмака 3, Ведьмак 3, Дикая Охота, в него я вообще не играл. Ага, просят пароль, да, ввести, значит, они меня... Ну и чё ж там включён, чё за прикол-то? И... Все идет. Все понятно. Да. Залетаем в игру. Подготовка к запуску. Новые предметы. Что-то на инвентаре там два. Я сейчас заодно хочу проверить, будет ли у меня сворачиваться окно, потому что у меня фрикам стоит, значит, на escape. Заодно проверим, как это все будет работать. Пропустить. В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. Ваша милость, извольте пройти за мной. Прошу держаться в рамках приличий. Во дворце много почетных гостей, которых ваша милость презирает. Не должны беспокоить. Мой наряд очень красивый. Мне на выбор дали три наряда, я выбрал вот такой. Он мне показался самым достойным. Ведьма, надо тебе чего? Самого утра, а уже полдень. Спокойно! Конечно, очень простите. Крутая графика. Ты знаешь, игра. С кем говоришь, солдат? Я Эревард II, князь Эландера. Мало того, что удержит меня здесь, как какого-то носителя... Ratsliden, I annek estum SSR, annein fatten. SSR. Ashen, Eskrin. Поднимаем камеру наверх, видим облака, видим птицы, которые летают. Говорят, женщины севера моются раз в три месяца. Это правда? Ребята, тренинг я буду в спокойном режиме, да, буду Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Очинил перо? Тогда записывай. Давайте пройдем. На самом деле власть в Новиграде осуществляют не купцы и не городские советники, а церковь Вечного Огня и преступники. Иногда одних трудно отличить от других. Всем им в равной степени свойственны беспринципность и цинизм. А, прошу вас, помедленнее, ваше превосходительство. Я не успеваю. Изволь... Я сам составлю рапорт. А ты потом перепишешь набело. В трех копиях. Жаль, но у меня нет времени. А, вот она, Йеннифер. Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять.
В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Если кто смотрел фильм, да, про Ведьмака... Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Когда ее семья отдала... Цири правда вернулась? Это не ошибка? Грубо говоря, в семью, да, магическую, которую я потом... Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Ну вот она, то, что и говорит сейчас, да? Малая ведьмачка выросла в приличную девчонку. Значит, это уже наши агенты. Ну-ну. Быстро же ты тут освоилась. Геральт, не цепляйся к словам. Читать их монолог между собой, да? Я знаю, диалог, кто такой Имгыр. Он развязал кровавую войну. Приказал убить моих подруг. Но у нас нет другого выбора, поэтому прошу тебя. Не будем взвешивать за и против. И просто найдем Цири. Ладно? Имгыр говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Ищут они девушку, заклинания, да? Локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает дикая охота. Когда у меня есть время свободное, я играю. Так где именно видели цели? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В корчме на распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Миригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиге. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр-Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Ну, давайте спросим вопрос. Вот прежде чем мы расстанемся, да, почему ты не связалась со мной раньше? Все-таки интересно, что она ему ответит. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? У них очень сильное чувство друг друга. Нет, это я была тебе не нужна. Вы с Трис замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда, отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу «все не так, как тебе кажется» или «теперь я понял, как тебя люблю», я за себя не ручаюсь. Ну, теперь нам нечего сказать, как пора собираться, да, и начать собираться, потому что... Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатра. И Геральт.
Я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. По сути, мы еще можем выполнять задание. Я буду тебя ждать. Ну, все-таки ведьмак, да, должен помогать людям очищать от зла и от чудовищ леса, болота. И там, где они водятся, да, и зарабатываем деньги. Смотрите, как он там. Черная магия. Вот. Так. Мы можем. Так, это я открыл магию, да, сразу. Погнали. Ведьма. Он же ведьмак Норбергер. Невероятно. Чем могу служить вашей милости? Отдай мои вещи. Вещи просто назад. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Ну, ведьмаку никто не... Ты, Архерза. Задание выполнено. Аудиенция. Выполнили задание, и мы отправляемся на следующее. В этой игре нужно всегда остановиться, посмотреть, что... Нэнте мира даэтре! Посмотрите, как выглядит трон, когда у них большие потолки, расписные, да, стены очень красивые, очень красивые окна, такие витражные, большие, очень красиво. Здесь стоят охранники, да, и люди работают, делают ремонт. Ты слышал о бригаде в Рихе? Такие, как ты, там служить не люби. Не особо. Ладно, погнали. Ага. Ага, мне нужно вот сюда, значит, бывшая Тимерская провинция, Вель, превратилась в разоренную войну, ничейную землю. Рекомендуемый уровень 5 ведьмака. У меня уровень 3, да? Это что, мне нужно, типа, кого-то пробивать? Опа, доступное задание, да? Ну, пойдемте на доступное задание. Короче, какая-то игра, чтобы не расставлять на рисованную помощь. Я хочу сыграть в карты. Армии игроки полководца, а карты их войска. Погнали.
вы делаете первый ход. Для начала возьмите с колоды 10 карт, с ними вам предстоит играть всю партию. Других карт вы не получите, используйте это с умом. Угу. Сравнивают общую помощь своих отрядов, чтобы определить победу. Все карты с поля битвы определены под противника. Давай, поехали.
активно в другой раунд. Смотрите, вот я же там потерял, да, он начал раунд. Поехали сейчас. Будем сейчас смотреть, что и как. Прошу прощения за звук, все никак я не дойду, не куплю нормальный микрофон. Маряшка мне сделала, кофейку принесла. Напоминаю, что ночной стрим. Очень понравилась мне эта игра. Я ищу одного человека. Зовется Гендриком. На кой? Мы должны встретиться. Дело есть. Дело? Дай бутыль жонки. Текай отсюда. Я черный вход открою. Я еще не допил. Ведьмаку предлагаю прийти. Что за давай? Корчмарь! Боги! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил. Слышь, где храбрый вояка, два меча навесил. Ты, седой, на что тебе два меча? Эй, седой, слышь, что ты говоришь, на что тебе? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Язык будет ножом развязать. Сейчас мы тебе уздечку развяжем, петушара. Я человек, который не любит, когда мешают. Ребята, пить водку. Смотрели, слыхали? Смотрели, его милость выискался. Да, и сейчас... Может, тебе и сапоги вычистить? Не годишься ты мне сапоги чистить. Боло! Ты слыхал то же, что и я? Идите отсюда нахер, а то убью. Идите отсюда нахер. Хватит с меня! Ах ты, сукин сын! Стал, заходи! Как, блядь? И как вы, блядь, не научите? Ебать, как они убили ведьмака. Загрузить последний сухой. Ребят, снимаю все как есть. Получил только что я... Как это мягко сказать? Отправили меня в небытие. Отправили меня в небытие. Сейчас! В пылу заходи! Как, блядь? Хватит болтать! К бою! Ах ты в жопу душеный! Два раза меня уже... Убьем. Я играю просто на сложном уровне. Профессионал. Как профессионал. Бей! Убивай! Все вместе! Давай! Давай! Покончим с этим. Покончим с этим.
знаешь, что будет, как барон разузнает об этом побоище? Вырежет всю округу. Никто про чужака-мутанта слова сказать не успеет. Барон цацкаться не станет. Где Генрик? Не понимаешь, что ли, о чем я толкую? Барон такого не простит. Успокойся, твой барон не идиот. Не подумает же он, что мужики голыми руками положили его людей. Так где Генрик? Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, имперцы напали. Кто такой Генрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда, не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся, и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Выйди черным ходом. В деревне бароновых людей еще больше. Обо мне не беспокойся. Не хочу я нам новых хлопот. С обычным таверном, потому что мне нужно закрыть поесть. Хорошо. Чувствую стрим такой, как я умираю, просто воскреса. Блин, нихрена себе. Но он мне сказал, без черного хода выйди. Ну, ребят, не забывайте, что я играю на сложном уровне. А то скажете, что из лошара умираем постоянно. Скотина! Все, Бизе виноват, ем Бизе и проигрываю потом. А может все-таки мне сделать, как сказал как его, бармен, выйти через черный ход? Хватит болтать! К бою!
Скотина! Пошла. Ну, все. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Здесь снег или дымка, что это непонятно. Oh!
Так, интересно, куда загрузка начнется. Давай. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. И это дымка. Ребята, извиняйте, что сложный уровень. Я даже не знаю, еще как этих собак зарубить. Где, блядь, полечиться? Где жизнь взять? Но! Не торопись. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. И это дымка. Все раз умер. Ну что, ставим ставки, ебану я их или нет, этих собак трех. Давай. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Thank you.
Вперед, плотва! Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. И это дымка. Лошади ёбнем, а другую так убьем. И третью попробуем так убить. Но! Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка.
подходи прочь! Не подходи прочь! Прочь, блядь, не подходи, я, блядь, 23 раза умер, блядь. Чё, чувак, попутал? Спокойно, всё уже кончилось. Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. И краски, видите, как они передают красками? Томный такой цвет, красивый. Темно-серо-синий. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой, если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Должно быть вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Недолго были, а село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет, и нога моя туда не ступит никогда. Прощай, надеюсь, ты обретешь покой. Вот он нам рассказал, почему село было такое. И теперь мы в хату зайдем. Мы видим, сменилось все вокруг, да, появился зеленый цвет травы, облака, вдалеке виднеется башня, если вы обратите внимание, между деревьев, и рассвет, посмотрите, какой прикольный. Осматриваем труп. Его пытали. Может, они что-то пропустили. Обыщу его штаны. Не гнутся, словно мокрые портки на морозе сушили. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный, как лед. Ничего здесь нет. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Видите, упустил.
Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. Интересно. Учетная книга. Плата за мешок зерна, счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди щитов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемое. Объект появился на Скеллиге. Также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроднице. Книгу, да, в которую он все записывал и маскировал заметки. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка — это барон и какая-то ведьма. Зараза. Если кто-то знает, подскажите в комментах.